Всем большой привет! Немного у меня появилось приобретений. Что-то с Валберис, что-то с Магнит Косметик. Но не хочется долго тянуть время. Медленно сейчас декоративная косметика прибавляется из именно этих интернет-магазинов или вот онлайн-магазина. Решила показать и уже пользоваться. А то что-то я хожу вокруг покупок кругами и никак у меня не дойдут руки уже начать пользоваться. Вы не просто так видите от Лили Байрет два моих драгоценненьких сердечка. Справа сердечко кремовые румяна, слева сухие. И на Валберис я тут как-то увидела, что появилась новиночка. В сухих румянах еще один оттеночек. Давайте я вам его и покажу. Коробочка вот такая симпатичная. Все румяна именно в таких коробочках приходят. Я ее не буду оставлять в кадре, но покажу вам новенькие румяшки. Выглядят они вот так. Видно, да, что румяна отражают свой цвет на упаковочке. У меня уже приобретены в первом оттенке, и эти будут во втором оттенке. Выглядят они вот так симпатичненько, и мы сейчас с вами посмотрим внутри нас. Вот сейчас я открою за кадром. Так, вот они вот так выглядят. Здесь пленочка, она вместе с зеркалом отскочила кверху. Если вблизи смотреть, то здесь есть небольшие блесточки. И мы будем с вами вот тут делать сводч. Светленькие. Если вот так, то видно, они достаточно светленькие, но их хорошо видно. Вот это второй оттенок. Вот такие вот симпатичненькие новенькие румяшки от Лили Байрет. Давайте я вам покажу и вот эти. Тоже сейчас откроем. Так, открыла. Поближе, если тоже блестяшечки есть. Но их особо не видно на сводчах. И вот второй оттеночек. Есть небольшая схожесть, да? Ну и давайте кремовые тоже покажу. Это уже другая линейка. Оттенок у меня 03. Покупок не так много, а все равно хочется пошуршать сводчами. Поэтому мы с вами... Тут уже потемнее оттенок. Жалко, что на Валберис появляются оттеночки вот так по одному. Было бы здорово, если бы сразу вот всю линейку бы закупили и продавали. Это было бы здорово. Вот. И здесь глянцевое сердечко, те матовые в сухих текстурах. И теперь у меня есть в коллекции вот такие три симпатичненьких сердечка. Что же еще было? Кстати, с сердечком в подарок в этот раз пришла вот такая небольшая шоколадка. За что большое спасибо. Приятненько. До этого были пробники маски, тонера. Ну и сейчас вот шоколадка пришла. Очень интересно была линейка Bicolor. Это 7 Day, да, по-моему, сама линейка, если ничего не путаю. И меня очень заинтересовали несколько продуктов. Еще у меня от этого бренда не было ничего. И вы знаете, мне понравился вот этот хайлайтер. Даже упаковка, хоть она и такая немножко хлипенькая, пластиковая, но вот само решение очень даже неплохое. Так, у меня по оттенку, давайте поближе вот так покажу. Вам будет видно. Это хайлайтер розовенький. Ну, он такой, знаете, оттенок не то розовый, не то шампань. Там есть совсем светлый, как белый.
этот вот такой вот, ну, немножко в шампань уходит. Прям захотелось. И есть еще один оттенок темненький. Такой прямо золото. Мне захотелось в линейке капсула вот этот. Так, сюда. Что же взяла еще? Тоже линейка вот эта капсул. Капсуль, кто как называет. До чего тут хороший крепенький пластик. Это румяна кремовые. У меня оттенок 4-й, по-моему, Naked. Как я долго думала, в каком я хочу оттенке. Ну, решила взять вот в этом, в 4-м. И здесь, не знаю, вам видно или нет, еще не открывала. Вот видно, да, пленка. Так что я сейчас за кадром эту пленку сниму. Я еще не тестировала. То есть вот, видно, да, что тут есть пленочка, которую надо снять. И почему не снимала? То есть вот смотрите, я надорвала. И именно на пленке идет вот эта вот надпись. Так что я остаюсь без нее. Вот. Не, ну можно вырезать и приклеить. Даже будет симпатичнее смотреться обратная сторона, если сюда приклеить. Наверное, я так и сделаю после ролика. Так. Тут прозрачная упаковка, поэтому вторую руку я особо не буду перед вами вертеть. Я сейчас вот так вот сделаю. Это муссовая текстура. Вот такая муссовая, интересная, симпатичная. И мы будем с вами румяшки. Смотрите, вы знаете, так интересно смотрится, ну вот по ощущениям, то есть на пальце тоже остается, надо совсем чуть-чуть. Это самый темный у меня оттенок, и он интересен тем, что когда переносишь на тело, ощущение уже, что это не муссовое, а что-то такое, как сухое, как сухая текстура. Но, судя по всему, распределяется неплохо, но лучше сразу проконтролировать, сколько вы наносите, иначе можно пятно поставить. И этими муссовыми румянами можно сделать весь макияж. Глаза, губы, щечки. То есть прямо полный макияж. Ну и сейчас в корейском стиле и носик румянят. Так, это второй продукт от Bicolor. И заинтересовал у капсуль меня еще карандаш для губ. Я взяла себе Bicolor в оттенке. Так, видно вам, да? 634, да? Так, сейчас я его открою. А что, я его не открывала? Нет, не открывала. Сейчас попробую. Сейчас пленку сниму. Тоже, смотрите, вместе с пленкой снимается вот эта вот вся надпись, которая здесь идет, и остается просто чистый карандашик. Вот. Так что сейчас снимаем колпачок. Так, и вот такой вот он. Ух, какая прелесть! Как мне нравится! Он прямо как помада. Мягко-мягко ложится. У меня в последнее время прям особая любовь карандашиком, прямо вот хочется с ними знакомиться, и вот такая вот красота у меня появилась. Ну и заметьте, какой красивый дизайн у карандашика, правда? Вот, мне нравится. Так, сейчас, секунду. Ну и прежде чем выкинуть вот эту информацию, давайте я вам покажу по карандашу, чтобы мне самой посмотреть. Тут наверняка срок годности, граммовка. В общем, вот. И для вас, и для меня это будет интересно. Что же было еще? Увидела в Магнит Косметик еще один карандаш на скидках. Это карандашик от Divage. Он стоил, не знаю, рублей 80, что ли. Прямо на хороших скидках. Я взяла оттенок 04 Mauve. Но не было к этим карандашам тестеров, поэтому просто взяла Mauve. Он чуть-чуть посушен, но может еще раскраситься.
То есть сейчас я пока вам вот так покажу. И он ну, такой кофейный оттенок. Под многие помадки подойдет. Они абсолютно разные по оттенку. Этот чуть-чуть посуше, этот прямо вот мягкий-примягкий. Но в любом случае очень даже симпатичный. Что по информации именно этого карандашика, давайте я вам вот так покажу. Тут информация на карандаше остается. Ну и тоже дизайн такой вот прямо не черный, да, а милый. Розовенький, девчачий. Вот. Так что карандашики меня в последнее время прям пленят. И на Валберес прям покоя мне не дала вот эта однушечка хайлайтера от Influence. И вы знаете, мне стало интересно, а сколько у меня вообще косметики от Influence, не знаю, кто как называет. У меня оттенок 01 натуральный. И мне кажется, что очень похоже на хайлайтер, который Lunar. Мы сейчас сверим по оттенку. Так, этот мы открываем. Смотрите, какой он красивый. Очень хорошая цена была, в районе 200, что ли, рублей на Валберес. Я потом зашла, уже нет в наличии. Но было интересно, как это выглядит. Вот он какой. Так, где тут наши сводчи? Рисуем дальше. Очень даже симпатичненько. Ну-ка, при вспышке, если... Вот, со вспышечкой. Ну, тут интересно, и остальные уже сводчи получаются при вспышке покрутить, повертеть, да? Смотрите, какие они интересные. Вот этот хайлайтер тоже как заиграл сразу. Ну что ж, мне нравится. Достойненько. Вот он такой. Симпатичненький. Треугольничек такой. Так, это первый. Тот, с которым я хотела сравнить от Influence. Вот он, Lunar. По информации. Сейчас я пальчик сотру. И он тоже, видите, такой вот прям очень похожий внутренним содержанием. И по сводчу посветлее должен быть. Да, вот видите, они какие. На тон разница, да? В общем, мне нравится. Сейчас я этот тоже открою, мы сравним их. У кого есть один, могут сравнить, нужен ли второй. Схожи, прям очень-очень похожи. Ну и не так давно у меня еще один треугольничек появился от Influence. Давайте я вам тоже его покажу. Это вот такой вот золотой красавчик в оттенке тоже 01. И тут прямо вот реально золото. Смотрите, какой он. Такой дуохромик. Третий. На разном расстоянии покажу. По интересным покупкам это все. Единственное, что я забегала в Пятерочку, что ли, и взяла вот такую еще зубную щетку средней жесткости от Oral-B мужу. Вот. Вот такие тут щетинки. Ну, плохо видно, но мне кажется, там вот для очистки языка есть вот эта вот территория на обратной стороне. В общем, вот такая вот щетка была.
приобретена. И что-то я не могу дойти до до фикс прайс купить салфетки. И поэтому в Пятерочке взяла вот такие влажные очищающие салфетки, 130 штук, для уборки столы протирать, когда вот за столами сидим. И бывает у нас, если хочешь там перекусить что-нибудь за столом, а ведь все-таки есть животное дома, и перед каждый раз протираешь сначала стол, чтобы все было чистенько, стерильненько, а потом уже начинаешь трапезничать. Ну и что я вам хотела показать? Все, по покупкам это все. Дальше просто развлекаловка. Давайте еще раз я вам покажу свотчи. Можно их, в принципе, вот, по крайней мере, первые точно стереть. Первые три это корейские румяна Lily Byred. Потом три свотча. Это знакомство у меня с Bicolor капсуль. Диваш карандаш следующий. И вот три хайлайтера от Influence Beauty. Первый новенький и два, которые у меня уже были. Я хочу вам показать, что у меня есть вообще от Influence, если вам интересно. Ну, во-первых, есть у меня... Так, сейчас я руку сотру. Немножко. Самое-самое новенькое это в линейке Химера. У меня есть помадка. Как она мне нравится. Это помада бальзам. И она не просто помада бальзам. Она идет еще с плампинг эффектом. Я бывает забываю об этом говорить. Четвертый оттенок. И у нее действительно прям ну такой вот холодочек есть. Мне такой холодок не напрягает, не раздражает. Мне все нравится. Бежевый такой оттеночек. Давайте на фоне руки. Оттенок очень симпатичный, и мне кажется, вот под карандаши, под любой карандаш, хоть темный, хоть яркий, этот оттенок бальзама, он будет смотреться по-разному. Ну, нюд всегда так выглядит по-разному. В розовом карандаше он будет смотреться в розовиночку уходящий. И две помады у меня есть из их сегодня основной линейки. Вот эти вот прозрачненькие. По-моему, в Magnit Cosmetics сейчас на них идут неплохие скидки. У меня 13 оттенок и 0,5. Давайте их посмотрим. Сначала мы посмотрим яркий 0,5 оттенок. Вот такой. Красивый. Плотненький достаточно. Пользуюсь с удовольствием. Ну и, конечно же, 13-й. Это более спокойный такой оттенок уже. Но это все-таки помада уже, а не бальзам, как вот предыдущий. Кажутся они между собой схожими, но нет, смотрите, когда вы их наносите, вид совершенно разный. Помада есть помада. Красивая. И мне когда-то дарила Оля две палеточки теней. Вот такие. Я знаю, что очень у Influence хвалят их четверки палетки для лица. У меня нет. Вот у меня две палетки. Одна Марс, вторая... А что у меня вторая? Нюдовая палетка, в общем. Это так оторвали в магазине этот. Первый тон, а вот у этой третий тон. Ну, сейчас не знаю, есть они в продаже или нет. Вы знаете, что с вами сделаем? Мы несколько сводчей сделаем, но не все. А в этой палетке видно, да, куда сейчас рука потянется. Я давно их не брала. Я почему их достала? Что я хочу на май месяц эти тенюхи взять в использование. Потому что они достойные.
Смотрите. Оля, когда подарила, радости не было предела, пользовалась. А вот сейчас чуть-чуть подзабыла про эту косметику. Ну ничего, вспомнила. Так, один я матовый вам только показала. Ну давайте еще несколько наберу. Смотрите, какая классная. Ну, косметика хорошая у инфлюенсера. Это, по-моему, Китай, да? Ничего я не путаю. Так. Вот так покажу по информации. 11 грамм. Тут все как раз. Вся информация-то убрана. Так, и вторая палеточка. Давайте тоже по информации вот так пробежимся. Или это Россия? Китай или Россия? Так, и внутри. Этой реже пользовалась, потому что она, ну, более такая яркая. Вот этим пользовалась активненько уголком. Потому что здесь вот самые такие вот на каждый день хороши. Солнышко вышло, дождь весь день проливной. А сейчас прямо вот аж в глаза солнышко. Это сейчас я по ярким тоже пробегусь, потому что такие они прямо интересные. Конечно же, красненький. Когда еще с красным встретишься? Но красным, честно, ни разу не делала сводч, потому что он вот такой. Такие интересные, как будто краски, да? Гуашью как будто накрасила. В общем, вот такая вторая палетка. В основном я вот этим углом пользовалась. Сейчас вот этот синий тоже наберу, он прям просится. Просится он тоже сюда. Куда его? Ну, давайте вот здесь. Вот. В общем, вот такой у меня арсенал. Инфлюенс. Знаю, что девчонки некоторые прям чуть ли не все палетки покупают, потому что они действительно достойные. Косметика очень даже достойная. Ну вот у меня так получается, что есть, то есть. Вот. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Переплела я тут и новинки, и то, что у меня уже было, но самой хотела всем этим пошуршать. Скорее всего, в мае мы с этими продуктами еще встретимся, потому что мне хочется ими сейчас поиграться. А может быть, к маю я уже наиграюсь, потому что я сейчас прям в косметичку все это и добавлю, раз уж достала. Вот. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, со мной было интересно. Пишите, что нравится вам лично из тех брендов, которые я вам сейчас показала. Особенно меня интересует капсуль от B-Color и, конечно, Influence. Ну, Lily Byred, не знаю, если кто-то пользуется, тоже пишите, это будет тоже интересно. Ну, а я с вами буду прощаться. Всем прекрасного настроения и всем пока!